Прошу артистов приготовиться к началу спектакля. Был третий звонок. Повторяю, был третий звонок. Прошу убрать свет в зале. Дорогие друзья, дамы и господа, мы продолжаем наш полет. Актриса Чебежевна. Вы вроде солидная женщина, а ведете себя как девочка. Мы не девочки. Пятницкой нам рады всеобщий расколбас Москвы и Волгограда. Мы к вам заехали на час. Привет! Бонжур! Актеры нашего театра. Александр Бобров, Андрей Бурчинский. Встречаем. Ой, 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 ой
пистол, три костюм, вновь сыгравый поклон, снова пистон. Я знаю свое дело, мое дело сыграть, чтобы тема попала в недры сердца. Это рага для тебя, мама, муза, теперь ты довольна. Я актер, и по венам мне и мать, и отец. Я актер, сцена залечи мои раны. Я актер, ну дайте же мне роль, наконец. Я не герой, слышите мне, какого романа. А будет Анастасия Стоцкая. Я не помню.
спеть вам еще одну песню.
Актрисы театра Луи Омиршова, Мария Сабукова, Анастасия Борисова, Илья Ковалина, Илона Эрнандес, Анастасия Малкова, Надежда Луцкая, Татьяна Солнцева. Наконец увидят друг друга. А на сцене лунная пиаф. Ирина Зайцева! Forever, till I take forever to
дамы и господа, мы рады приветствовать вас на нашей планете Женя! В эфире задолбал шоу «Поле Трындец». И финальное задание для наших участников. Назовите имя главной звезды нашей планеты. Итак, вы будете вращать барабан, или же это слово сразу? Барабан. Вращайте барабан. Сектор Пылс на барабане. Вы можете открыть любую букву на нашем табло, прошу. Первая. Откройте первую букву. Итак, это буква Ж. Ну что, мы назовем слово сразу и будем вновь вращать барабан? Барабан. Вращайте барабан. У вас очки на барабане. Два очка на вашем барабане. Буква П. Нет такой буквы в этом слове. Вот переходим к следующему игроку. Вращайте барабан. У вас нет очков на барабане. Буква О. Нет такой буквы в этом слове. Ну нет. Ход переходит к следующему игроку. Вращайте барабан. Буква А. Нет такой буквы в этом слове. Ну не речь. Так, что ж, Жеки, я что-то не понимаю. Ведь из выше названных букв нельзя составить слово Женя. Евгений Аркадьевич приехал в Луну со своей молодой женой. Посмотрел спектакль «Природный экстрим» и сказал ей: «Пойдем-ка домой». Я служу на театре уже много лет и немало шедевров видал. Но в основном шедевры были только тогда, когда я не смотрел, а играл. Теперь я служу на Ордынке. Во мне вновь проснулся певец. Спасибо любимой Маринке и Максанке, что я снова счастливый отец. Куча друзей и любимой работы, жизнь это не скучный рейд. Моей мудрости, опыту и сексуальности позайной Урсу и Фрей. Этот театр во мне, и мне не на что больше жать. Я народный артист, умей, мне некуда больше бежать. Подобно подрядчик был нашим, там хлопали мне одному. А теперь, как верно сказал Станиславский, я не верю вообще никому. Этот театр во мне, и мне не на что больше жать. Я народный артист, умей. Куда-то бежать. Эта луна была нашей, пока сюда не пришел Журбин. И вообще в этом театре всего два актера, это я и Володя Грузин. Слова, такие нежные и добрые слова, и рассказать мою историю любви, и вспомнить дни, когда шла кругом голова, мечтали дни. Словно колдовство, любовь окутала, обвила тепло, обмана мир отмыла золотым дождем, тебе и мне открыла истины свои, простые они, кто любит.
тебя, как мир старай, небеса мысленно, сердца свои открыть любви. Порой нам нелегко, но верить надо, мир полон грез, и счастье рядом, и с тобой должны быть вместе мы. Исповедь моя стара, как море, и белее, чем снега, и пением ангелов наполнены века. Любовь пришла, в душе моей звучит весна, со мной она. За любовь! Сцену уже более 12 лет. И может быть кто-то, кто сегодня действительно, как сказал Сережа Проханов, впервые выходит на эту сцену, не имеет возможности спеть на Луне, то я уже 12 лет имею такую возможность, и я бы хотел представить этого молодого человека. Нет, это не внук, это сын. Его в честь Путина назвали Егором. Вы знаете, он солист группы «Непоседа». Мы бы, конечно, пели для вас сегодня весь вечер, но концерт еще продолжается, и впереди еще 32 номера. Поэтому главное – это вовремя выйти. И вовремя уйти. Поэтому я хочу закончить наше выступление словами нашего лунного классика Володи Дягичева. В лунине девочки поют, девочки у нас танцуют. Вот такой у нас не странный, а весьма приятный лунный Голливуд. Но сегодня юбилей, я спою, а ты налей. Ну а вы мне покажите, как встречают в зале лунных королей!
До завтра! Довгий, короткий двутаний, нову мультики зіскані. От вона, здесь ты и я. С лунным праздником, друзья! Yeah.
здание. Вместе с театром расти стараемся от студенчества и до звания. Годы мчатся, им за все поклон, и пылятся вместе с кулисами, и уже не Серега он, а конкретный Сергей Борисович. 15, от родного подвала до огромного зала. Это много и мало, но когда мне придраться, 15, все не очень-то скверно. Это закономерность и проверка на верность тем, кто хочет остаться. Нету будущего без истории, как не будет дума без знания. Из подвала дорожка проторена, без Византии не быть и романии. Словно было все во вчерашнем дне, будто миг эти годы луновские, и приходят ко мне в моем сладком сне Робинсоны и цари Дробизонские. 15 от родного подвала до огромного зала. Это много и мало, но когда мне придраться, 15 все не очень-то скверно. Это закономерность и проверка на верность тем, кто хочет остаться. Замучила депрессия, если вам надоел муж или жена, если вам наскучил кричащий ребенок, если вдруг вам захотелось театра, ну необычного театра, приходите в театр Луны. Поверьте, здесь необычные ребята. И мы стараемся жить в таком духе, вот, чтобы никто никого ничего не учил. Просто как-то само собой получается. Чтобы я с первой луны. Все необычно в театре Луны. И две медали тоже. Я бы подарил их двум и девочкам. Кому не достанется, решайте сами. Гордость.
Бегом, любим Маркинда. Бегом. Поздравляю вас. С днем рождения, Луна. Thank you.